Короче. Все, мы отпускаем на свободу. Моя красота. Бабушка и дедушка. Леночка, еще отпускай. Ах, моя красота. Чуть-чуть причмурила, как раз то, что нужно. Вот так, моя хорошая, моя девочка. Моя девочка. Моя девочка. Рыбочка. Давай на себя. Вот так. Красивенько. А про порогу ногтиков нету, все состригла, чтобы не повредить мою красотку. О, моя хорошая. Ай, красавец. Золотой такой красивый. Ну-ка. Ну давай на щека и пойдем. Лека. Лека. Моя хорошая. Бабульки, красотульки, домой. Стоп, Минтенок, а что ты готовишь? Попробую заснять видео. Ну, сказать, что идет маленький дождик. И ураган, это знать еще раз. Просто ловить рыбу не возможно. Еще день назад загорали, купались.
Фрикцион, фрикцион. Поработай фрикционом. Блин, как это волнительно, а? Главное, ничего не могу помочь. От меня ничего не зависит. Уф! Адреналин зашкаливает в такие моменты. Опа! Одним уверенным движением. Браво, пацаны, браво! Не пробило! Хорошая рыбка, красава! Спасибо поводкам! Рыба красава! Дебурим, дебурим! К вашим услугам! Прикинь, это в онлайне, это не каждому дано такое! Покажи-ка, Славик, рыбку. Ты посмотри, какой мы красавец, крючок, а? Вау. Крупным планом крючочек, пожалуйста, засветите. Монтажик. Ручная работа. Handmade от чемпионов. Герои дня. И вот такая рыбка. Рыбу достать невозможно, находится рыба вот под тем деревом. Но там большая глубина, ребята говорят, что попробуют сохранить ее. Просто нереально достать рыбу. Надеемся, что рыба будет живая. Так что вы видите, какие условия. 9-й вал. Сектор 19. Команда Вилсоны. Смотрите, что здесь происходит в секторе. Просто нереально. Нереальные человеческие условия. Но команда не сдается. Единственное, что команды вымотали пока удилища. Сейчас нахожусь в секторе. Рыба находится вот там, в кустах, в мешках.
проблема зайти, достать ее. Вот команда сейчас решает, как это сделать. Реально зайти.